бажаю громадянам України і громадянам всього світу саме головне здоров'я. Так, дійсно, 20-й рік був дуже важкий, але по-своєму важкий, по-своєму хороший. Всьому потрібно знаходити хороше. Я бажаю, щоб 21-й рік був ще кращий, чим був 20-й. Бажаю здоров'я, бажаю дружби, бажаю всього самого-самого найкращого. Хочу пожелати міра в серцях, домах і в странах. В першу чергу хочу пожелати, щоб була можливість видеться со своими родными, чтобы была возможность отдыхать, возможность работать, возможность путешествовать. И здоровья, силы и веры в то, что все будет хорошо. Желаю мира всем, неважно где вы, в Варшаве, в Польше, в Испании, в Америке, неважно где вы, желаем, чтобы везде был мир. Добро, чтобы добро никогда не заканчивалося, було тільки його більше, 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 а таких, як ми, цілеустремлених, любящих, ті, які емігрують, ті, які хочуть життя краще для своїх сімей, щоб ми становились з кожним днем все краще, краще, краще. Ну і щоб цілі наші збивались в 2021 році. Все, все, все. Я хотів би українцям Польщі пожелати, щоб всі ми жили в Україні краще, ніж поляки в Польщі. Не отчаиваться, сделать определенные выводы и двигаться однозначно дальше. Ну и также на следующий год бы, вот, как бы, чтобы побольше все-таки проводили время со своими родными, уделяли больше на это времени. Ну, потому что это самое ценное, что, скажем так, есть. Хотел бы поважати, чтобы они привозили сюда свои семьи. Для того, щоб, як заробітчани от приїжджають, вони були завжди разом, не розлучалися на довгі терміни і були в Польщі, якби, розвивалися, набиралися опиту і приїжджали назад в Україну. Бажати, щоб міцного здоров'я всіх вазерних і щоб все було добре. Здоров'я, саме головне, час, щоб було здоров'я, а все остальне, я думаю, що буде. И все будет добро. Я желаю нам всем, чтобы этот год был для нас счастливый, чтобы мы как бы еще дальше приблизились к эре, когда мы будем почувствовать больше дух свободы и сможем больше принимать решения в своей жизни. Мне желаю всем, чтобы мы стали более осознанными, чтобы мы научились сами решать, какую нам создавать свою жизнь. И перестали больше обращать внимание на то, что нам говорят другие люди. Перестали быть более влекомыми, более теми, на которых влияют чужое мнение, но старались формировать и научиться формировать свое мнение насчет того, что вокруг нас происходит. И, конечно, я желаю того, чтобы у нас был год, который мы заслужили. Наконец, год, который мы отдохнем от этой болезни, потому что сегодня в Германии начались первый день. Начались прививки против коронавируса. Год, в котором мы уже, наконец, получим отдых за те два года, которые мы работаем без конца, потому что и пытаемся во всем себя ограничить. И о том, чтобы мы просто больше увидели какое-то то, чего мы хотели. Вот, чтобы те наши желания, которые каждый знает, какое оно у них, чтобы они сбылись.